Новую технологию освоили угольщики Майрыкского разреза. Это не про добычу топлива, это про экологию. Создали пруд с водопадом и чистой водой. Олеся Булах там была, загорала на берегу и воду пила. Середина рабочей недели, жара, народ мается в душных офисах, а мы на берегу у водопада. Но не подумайте, это не какая-нибудь новая зона отдыха. Это очистные сооружения Майрыкского разреза. Сюда из угольного карьера сливается вода после нескольких этапов очистки. То есть безопасная. Даже местные дворняги не брезгуют остыть в такой водице. Можно и людям, но не положено. В десятки метрах от этого пруда строится еще один. Это по технологии. Раз в 4 года пруд необходимо очищать, сушить. В общем, передышку дать. Поэтому их нужно несколько. Эти очистные – инновация для Хакасии. Вода здесь не просто отстаивается, но и проходит физико-химическую очистку. Технологии даже другие угольщики заинтересовались, но используют ее только Майрыкский. Это не ковролин какой-нибудь, а современная гидроизоляция. Материал из гранул бентонита, кстати, добываемого у нас в Хакасии, который может восстанавливаться после порезов и проколов, сохраняя все свои свойства. Но для полного эффекта нужно соблюдать технологию. Укатывается виброкатком сами стенки, укладываются вот бентоматы, засыпается защитным слоем, все это также опять трамбуется, будут установлены аэраторы, всасывающие трубопроводы. Ну, грубо говоря, месяц-полтора. После этого пруд-отстойник будет готов к работе. Завершится третья стадия строительства очистных сооружений Майрыкского разреза. На выходе из очистных сооружений вода уже чистая. Это даже специалисты подтверждают. Ее даже пить можно. Попробуем. Действительно, обыкновенная чистая питьевая вода. Как бутилированная из магазина. Олеся Булах, Наталья Курцева, новости 7 телеканал.